Во Франции прошла 12-я акция протеста «желтых жилетов». По приблизительным подсчетам в ней приняли участие около 60 тысяч манифестантов. Главный лозунг субботней волны протестов – солидарность с активистами «желтых жилетов», пострадавшими от действий французской полиции. В том числе манифестанты требовали немедленно исключить из арсенала правоохранителей резиновые пули. Петиция за отказ от травматического оружия собрала более 100 тысяч подписей. При этом Государственный совет, наблюдающий за соблюдением французской конституции, отказывается признавать резиновые пули незаконными. Протесты прошли не только в Париже, но и в регионах. В Валенсии на демонстрацию вышли 5 тысяч человек. Их не остановила холодная погода. Без точечных столкновений с полицией не обошлось, но в целом акции прошли спокойнее, чем обычно.